Здорово, пацаны. Кеш, какое сегодня число? 10. О, сегодня 10. Чего у нас? Июня. 10 июня. Вот 10 июня мы решили исследовать коллектор ленивец. А то все про него говорят, там много чего пишут. Вот ни одного видео нету, как кто-то туда внутрь залез. Все рядом постоят, короче, и сваливают такие. А коллектор такой интересный, в принципе. Это был такой интересный ручей-ленивец. Ну, короче, в итоге его в трубу засунули. Вот мы сегодня хотим посмотреть, что там внутри. Да, вот я Кеше модный плащ подогнал. Кеша, покажи. От Версачи. Вот ему только шлема чумного доктора не хватает. Еще впереди. Да. Все будет. Да, и поэтому мы сейчас туда пойдем. Все. Ну, давай. Жидкость для разжигания костра. О, давай, наверное, вот в этот. Вот тут какой-то, блядь, песочек. Блядь, нихуя тут. Какие-то тесовые трубы. Трубы. Опа. Блядь, сука, а тут что так низко-то, блядь. Нихуя тут песка намыло. Ну, твою мать. Нихуя тут. Да. А дальше, может, даже не чуть-чуть, а... Еще ниже? Мне кажется, да. Ладно. Ну, сейчас все хорошо чуть. И будет непохватиться. Да, это пиздец. Это пиздец. На чего? Ехать на квадроцикле. Да. Туннель тут сильный, блядь. Сука, я иду рюкзаком цепляюсь. Там же дальше, да, это тебя там. Да. А, там еще ниже. Еще ниже? Дальше ваше лицо надо. Что, серьезно? Да ну нахуй. Вот так оно и есть. Да? Да, вот почему там, блядь, никто пройти не может. Да не, уже наш пиздец. Фу, блядь. На брюхе надо ползти. Да, блядь. Вот он, блядь, какой коллектор ленивец. Этот коллектор посетил адовый мужик. Место застолбили. Адовый мужик! Что это за фигня? Кеша, блин, деньги из коллектора выплывают. Ну да. Блять, ловить, наверное, надо. Блять, это хрена, блять. Слушай, откуда? Сеть кидал.
Блять, все это не брали. Блять, сетюшку надо. Выплывают расписные стенки. Разве начал? Мы люди богатые, нам деньги не нужны. Бля, вообще труба. Ну-ка, давай посчитаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, блядь, стрёмно нахуй, они в саках каких-то, блядь, там купались. Стрёмно в руки брать. Ну, тут больше косаря. Бля, труба. Ни хрена. Кеша, как нам их поймать? Паук надо было брать. Ну, или сачок хотя бы. Как выловить-то? Ну, пацаны, слазили мы в этот коллектор. Ленивец. Ленивый коллектор. Ленивый коллектор. Глубоко не прошли. Да, там действительно, короче, наверное, только суперсус туда может дальше пролезть, потому что там где-то, блин, ну не знаю, сантиметров 30 остается там, чтобы туда залезть, и там что-то говна до хрена. Надо ползти по говну на брюхе. Да, типа того. Другого способа нет. Ну, зато проверили свои новые сапоги. Да. Они себя показали с самой лучшей стороны. Под резготи ходить можно. А ты вообще, Кеша, знаешь, почему он называется ленивец? Я понятия не имею. Ну, короче... Просвети меня. Ну, существуют две такие байки, короче. Ну, ленивец, потому что он действительно такой очень, ну, ты сам видел, еле текет, короче. Да. Медленно текущий. Медленно текущий, короче. И он не особенно глубокий-то такой. Вторая басня поинтересней. Короче, там где-то вот там в заводе, в районе, короче... Где-то ЖД вокзала, там вот эти старые улицы, там, блин. Там, короче, каким-то работягам повелели, короче, деревья там спилить. Ну, деревья-то спилили, но и пни надо было корчевать. Ну, и, типа, ленивые эти работяги просто забили на эти пни. Они там торчали, всем досаждали, короче. Ну, типа, ленивые работяги вот вокруг этого ручья пни не убирали ни хрена. Вот, может быть, и поэтому, типа, его так ленивец называли, что там пни торчали там. Да, короче, им там банально кинули их на бабло, не заплатили. Они сказали, ну, и мы не будем пни корчевать, короче. Типа того. Да, с этим вообще ручьем ленивцем очень дофига всяких таких угарнейших историй. Короче... Ну, ты-то вряд ли, ты-то с Белоруссии. Тут, короче, была такая тема, наверное, век 18 был тут. Тут Екатерина Первая. Екатерина Первая в 18 же веке была, да? Жена Петра. Ну, да. Ну, вот она приезжала тут в Орел. Ну, тут, знаешь, как всегда, когда какой-то чиновник приезжает, тут движение в Орле, и то наводится. А тут сама императрица, блин. Конечно. Ну, тут начался, как всегда, кипиш в Орле. Построили там вот, где... Сейчас завод Медведева, и вот это вот площадь юности, или как она называется, Кирозная. Там каменные ворота возвели, короче, блядь. Раньше вот этот вот ручей ленивец, он был побольше. И, естественно, не в трубе был, короче. Через него там. Да, через него мост там каменный там шел. Ну и вот там, типа, по этой дороге императрица в Орел бежала. Там въезд в Орел был, короче, главный, блядь. Через ленивец. Ну да, через этот ленивец, там, через эти ворота, блин. Вот ворота построили, мост построили, там все дела, короче, там 250 фонарей еще поставили где-то там, чтобы создать вечером иллюминацию, дабы там распотешить императрицу. Выделили ей там эти губернаторские палаты, чтобы она там жила там, ну, чтобы все было чин-чинарем, короче, блин. Обложили там всех чинуш налогами, там по 500 там золотых там, или хрен, ну, короче, сделали вещи. Взяли мзду. Взяли мзду, короче, на приезд императрицы. А вот про ленивца фича в чем? Ну, как тебе сказать, Орел всегда славился масштабностью мероприятий всяческих, таких, чтобы, дабы удивить чиновников высшей руки, а тут императрица, блин. Вот, а этот ленивец-то ручей, он мелкий вообще, блин.
ну, неважно, под мостом поставили барку расписную, посадили туда четырех добрых молодцев в красных кафтанах и красных шапках. Но ты, когда карета с императрицей через мост проезжала мелким шагом, они такие бодро стали песок веслами грести, короче. Такие гребут такие и задорно смотрят. Как будто плывут. Как будто плывут. Ну, императрица оценила эту тему, короче, достала там мешочек с золотом и бросила им. Гребите, типа, хлопцы, пуще прежнего. Да, они там гребут такие. Ну, за мешочек золота, я думаю, и песок погрести не грех. Ну, конечно. Почему нет? Вон, Славик, вон там, без мешочка золота сегодня что-то там гребет. Аж даже с нами не пошел, да. Загребся там совсем. Вот такие вот дела. Ну, а потом, что, блин, обмельчал вообще этот ручей, и потом уже при советах его в трубу засунули, так как тут завод Медведева расширяться стал, кстати, вот сзади нас забор стоит там. Да, и засунули. Ворота разобрали, мост сломали. Мост там сейчас, говорят, где-то там, закатанный под землю стоит там. Типа. В общем, пацаны, как-то так. Толком исследовать коллектор ленивец с этой стороны, со стороны реки Оки, не удалось. То есть на выходе туда пролезть нельзя. Можно, конечно, попробовать с другой стороны, но это уже в следующий раз. Вот такие-то вот дела. Так, что еще вам сказать? Все вот спрашиваете про Витю Агыгу. Блин, объясняю еще раз, блин. Вот в каждом ролике говорю про Витю Агыгу, что Витя Агыга работает на почте. Политика компании почты не дозволяет Вите Агыге сниматься в роликах и говорить такие фразы, как «пузырьки – это вкусно». Ну и, естественно, там, ну, я там бабу путевую там уже 3 года не видел и прочее, прочее, прочее. Так что Витя в роликах теперь не снимается, а работает на почте. И работает серьезный там, человек. Серьезный человек там, да. И вообще работать очень хочет командиром сельской почты. А, да. Начальники мы. Да, кстати, про Сашу Ключа. Про Сашу Ключа. Проезжая мимо заведения Корчагина, ну там, где людей лечат от алкоголизма, наблюдал я Сашу Ключа с матушкой. Саша Ключ был очень нервный, дергался, а матушка его общалась с каким-то врачом и кричала: «Вы должны ему помочь! Вы должны ему помочь!» А врач говорит ему: «Идите отсюда! Идите отсюда! Это не к нам!» Ну, типа того, я ж не буду выпрыгивать из такси и там что-то там с ним здороваться, обниматься. Я так дальше поехал. Я понял, дело кирдык, короче, что-то с Сашей там. Ему дали понять, что Саша лечению не подлежит. Да он же хитрый, этот Саша. Он то банкротом хочет стать, то хотел вломиться в платную клинику бесплатно, типа того, наверное, как всегда. Я пенсионер, я там инвалид. Ножка болит. Ножка болит, блин, типа вот там. И мама там у него такая-то уже старенькая, там, вы должны ему помочь. Ну да, Саша сам себе поможет, блин. Стаканягу лупил, наверное, вечерком, блядь, нормально. Мне звонит такой и говорит: «Жака, я купил себе телевизор. Приди ко мне на острой. Блин, а я что-то так устал на работе. Ну ладно, говорит, буду ехать с работы, зайду». Ну, захожу к нему вечером, звоню, он там, матушка его дверь открывает. Я говорю: «Да я вот пришел телевизор вам настроить». Она говорит, она что-то с таким лицом недовольным такая: «Ну, проходи». Я такой прохожу, где там, что? Она говорит: «Вон, в зал иди». Захожу, там Саша Ключ такой в трусиках по полу катается. Я говорю: «Саша, что сдурел, что ли, блядь?» Он невменяемый. Вообще невменяемый, подняться не может. Он такой, он так и не встал. Он такой руку себе под щеку такой лежит, такой: «Вон телевизор». Я говорю: «Что?» Блядь, ну ладно, блядь, взял его там, подключил там. А он, знаешь, такой, знаешь, как туз лежит, так, ну, подключил, все настроил. Он такой лежит, такой: «Ма, дай Женьке 500 рублей!» Она ему говорит: «Да ты, дурак, уже все пропил! Откуда я тебе возьму 100 рублей?» Он такой: «На карте!» Он такой: «Да ты из карты все пропил!» Я говорю: «Не надо мне ничего!» Говорю, «Я пойду!» Он такой: «Да, да, иди, Жень, иди!» Я говорю: «Да, хорошо, хорошо!» И пошел. Вот так-то вот.
Как-то так. Ну ладно, пацаны, пока. Всем, всем хорошего дня. Да. Увидимся в следующий раз.